Всех приветствуем, продолжаем выживание. 9-й день. Так, что у нас в наличии есть? Выдерга, лопата. Ого, компонентов сколько, доски. Ну-ка, сейчас ты сможешь кто-нибудь улучшить-то вот эту фиговину? Или нам вон тот надо улучшать? Так. Нет, вот эту нам надо улучшить. Где этот лазит? Марка, спать. Ты где этот? Легко ранен, приходит в себя. Иди за бинтами. Бруно. А, точно, надо же еще отсюда забрать. Или забрали уже. Ага. Так. Отсюда потом сюда. И в следующий раз надо уже продуктов найти. Так, что тут есть? Угу. Сломанный пистолет нужен. И оружейные детали. Ножовку можем создать. Да, ножовка нам может пригодиться. Очень даже. Так, и сборник для воды посмотрим. Бинтов, да только перебинтовали тебя. Так. Микстурный стол. Фильтр. Не хватает компонентов. Коллектор дождевой воды. Угу. Что ж тогда? В рейд. Опечален. Школа. Вот тут мы еще не были, да? Там запасы должны быть большие. Или нам... Куда бы нам сходить-то? Разрушенная вилла. Нет. Гостиница. Огромное количество еды. Разбомбленная школа. Много еды, но ее еще надо быть. Склад. Если пройти незаметно, стоит рискнуть, наверное. Ножовка и ломик. Эх, своего бы персонажа тут создать. Свидетель вооруженных людей. А место-то напоминает этот самый. Где ремонтные мастерские были. Нет, по-другому чуток. О! Вот оружейные детали есть. Ладно, наверх. Поддается омиком ее. Что там накорябано? Давай-ка. Опа. Нам нужно уйти на поиски Лены. Мы будем ждать на рынке ежедневно в день, в полдень, СД. Их двое. Был бы один. Другое дело, со спины подкрался и монтировкой, хреняк. Ладно.
пока они там думают. Так, звук не уходит, значит, из этой комнаты. Это хорошо. Так. Они слиняли куда-то. Это хорошо. Можно попробовать на балкон забраться. Вот кто-то на балкон идет. Так. О, консерва. О, склады, вот они. Так. Частная, блин, собственность. Так, запчасти полностью уже утрамбованы. Попробуйте спилить. Так, вроде далеко волны не уходят от звука. Так, что тут хранится за решеткой-то? Бинты. Материалы. И того, еще по одну консерву найти. Дверь. Так. Стоять. Сюда. Сейчас сюда-то по-любому подойдет. Ну? Просто воображение. Надо уже отсюда выбираться, скоро будет. Это воображает. Сюда зашел. Ну иди давай. 2 часа уже, выбираться отсюда пора. Ну подойди ближе. Ни туда и ни сюда. Быстрее. Добивай. Добей. Я обыскиваю его быстрее. В следующий раз-то не дадут так просто здесь пошариться. Пора отсюда смываться. Тем более время уже. Ух ты. Патроны, броник. Все, к выходу. Вот так-то.
День десятый. Надеюсь, никто не ограбил за это время. Ага. Ну, ничего, по крайней мере, не унесли. Депрессия. Придется ему сегодня ночью остаться дома. Так. Посмотри, что тут можно забабашить. А, захватить дыры. Делать. Ты? Все это дрыхнуть. А, не сюда подошел. По крайней мере, у нас оружие есть. Теперь уж если что. Пока тени заколочены, дальше нельзя, да? Ладно. Ладненько. А ты-то чё, бегун, как черепаха, тащишься? Всё, иди книгу читай. Ближний свет, а здесь не мог спуститься. Так, ремонт. Отлично. Еще вот тут надо будет потом заделать. Чтобы более-менее безопасно было. Потому что ему полечиться. Так. Ладно, все еще голодный. Иди дров, что ли, наготовь. А сахара, по-моему, один фиг нету. Они есть на одну порцию. Вдруг еще какой-нибудь депрессивный попадется. Так, все. Ты иди за бинтом, легко раненый ты наш. Так. Ага, есть топливо. Топливо есть. Сейчас заварганит что-нибудь. Стиралка. Все, угреет. Ага, опечаленный останется, а вот ты пойдешь. Невозможно добраться из-за боев. Вот за едой. Монтировочку с собой и вперед. Задний двор, незаметно проникнуть. Ну-ка, давай. А, тут лопата нужна была, наверное. Их на рабочий стол что-то выкинуло. Так. Так, открывай. Где тут у вас склады-то? Наверх. Да беги ты быстрей, раз уж начал. Спрячься. Пока он тут лазит.
Хотя пока он там, можно спокойно тут пройти. Кто бы ни был, мы сейчас отсюда смотаемся. О! А ну быстрее давай. Так. Согласен, пора отсюда линять. Уже надо будет тут кое-чего. День 11. Ага, добрался. Сейчас этот депрессником будет. По крайней мере, никто не ввалился. Опечален. О, сейчас нормально смогут перекусить, наконец-то. Так. Собрать. Марко. Вперед. Наконец-то припасов хоть нормально стало. И ты сюда давай. Тоже обед и сразу на следующий день. А, боже. Дерево мало, чтобы что-то химичить. И книг. Книг маловато, кстати. Две штуки. Надо дыбать. Ну, ешь давай. И в путь, и в путь. Вот этот сталкер в путь пойдет. Здесь бы своего персонажа создать можно было бы, и вообще замечательно. Так. Тихий дом, городская больница, гостиница. 5 дней назад были. Много еды, много лекарств, запчастей и материалов. Вот туда и сходим. Лопата. Вперед. Пора бы уже о грядках задумываться. Поэтому нужны материалы на их создание. Так проблем хоть с ресурсами потом столько не будет. А, с той стороны только. Надеюсь, это крысюки там двигаются. Так, дверь тоже только с той стороны. А еще можно клетки для крысюков делать. Ага, крысюки. А, сначала, по-моему, тут что-то мы оставляли, нет? Сейчас глянем. Завалы наверху. Так. Что-то у нас спрятано. Что-то я не посмотрел, сколько там надо на следующий уровень, чтобы можно было лампочки делать. А, лампочки для этих самых... Как они называются-то? Для грядок, во.
Так, и выломать вот это надо. Пусто. Плохо. А задание-то большое. Здесь по-любому где-нибудь книги должны болтаться. Ох, блин, надо было ножовку взять здесь. Карцер для учеников был. Там по-любому какие-нибудь книги были. Оп. Складские помещения. Что-то не особо пока улов здесь. Материалы. Запчасти. Ладно, надеемся, дальше что-нибудь есть. Так, кто там ходит? Надеюсь, не бандюки. Обычные люди. Обычные люди. Так. А, вот тут ножовка по-любому нужна будет. Что-то там лежит ценное такое. О, книжки. Книжки — это хорошо. Продукты — это тоже неплохо. Спи давай. Ох ты, это не продукты, это механизмы всякое. Можно, в принципе, их собрать. Как раз нам нужно там для этих самых демодернизации. А продуктов там еще что-то есть. Что, бежим отсюда теперь. В следующий раз с пилой вернемся. Даже, наверное, две пилы взять может. Ну, одну-то уж точно. Ножовку. Вернее. Не просто же так там перегорожено все. Бежит, 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 бежит. Вперед. День 12. Так, нашел много классных вещей. Хорошо. Что мы сейчас можем нахимичить? Сразу сюда. Ты сможешь улучшить до максимума? Да. Максимальный третий уровень. Спать. Спать, спать, спать. Третий уровень — это лампочки позволят и обогреватели делать. Насколько я помню. Так, ну что там, почти собрал. Ага, электроника нужна. Понятненько. Электроника и продуктов поболее. Угу. Потому что что? Правильно. Потому что пока грядок нету, продукты приходится таскать из других мест. Так,
Подойди-ка сюда, нам, пожалуй, ножовка пригодится. Ножовка. Две штуки даже. Так, ладно, делай, пока там на обмен никто не пришел. Нет. Так, что, спать не хочешь? Хороший повар. Готово. Ну и в рейд. Из-за боев некоторые локации недоступны. Склад. Огромное количество еды, много материалов. Давайте еще раз сюда сходим. Ножовка. И вот эта выдержка с собой. Так. Тут надо будет аккуратно. В тот раз мы одного огрели тут. Они сейчас могут быть более подготовленными. Нет. Никак, да? Так, что-то там шумит. По лесенке собирается. Ну-ка. Он сюда не повредит. Туда куда-то ушел. Кстати, посмотрим, что у нас тут есть. И вот здесь еще. Не все отсюда вынесли, кстати. Нужны сейчас продукты. Пока что. Лишними не будут, уж точно. Так. Аккуратненько. Склады. Тут много чего должно быть. О, чуть продуктов есть. Электроника нашел какую-нибудь? Нет. Давай-ка аккуратно. Нафиг. Я ж не самоубийца. Лезьте туда. Куда не следует. Так. Здесь тоже наверху что-нибудь полезное должно быть. Здесь где-то кто-то шарится. Которого монтировкой можно. Ага, ушел отсюда, ладно. Это хорошо. Блин. Что, продуктов больше нифига не попадаться-то? А, сейчас дверь будем ломать, вообще будет шуметь на всю эту. Так. Прячься. Ща мы его по тыкве-то. Нате. Ты не по тыкве бьёшь. Ты ему не то отбил чуть-чуть. Так. По крайней мере, здесь уже на двоих меньше. Ух ты, нифига себе. Так, ладно, удобрения надо бы уже собирать начать. Давайте мы часть в ящик переложим, чтобы из него вытащить там чуть-чуть.
что он-то исчезнет, а ящик-то никуда потом не денется. Ох, нифига себе. Сейчас из этого патрона заберем. Вот это я по адресу зашел. Но все равно еще надо вверх посмотреть, может там что есть. Гильзы, патроны, гитара семиструнная, так, порох. Ой. Частная собственность, бандитская собственность. Так. Где-то здесь у них припасы же должны быть. Вот они. Ох, нифига себе тут у вас. Клондайк. Ага. Действительно, Клондайк. Так. Берем вот это. Это. Травы. Нет, сахар нужен. Ну, вроде бы все, да? Дробовик плюс лом. Так, бежать к выходу. Надо будет потом сюда еще раз вернуться. Много чего полезного тут есть. Не стоит об этом забывать. День 13-й. Ну хоть не пятница, надеюсь. Так, прибрел. Это все из-за бандюков переживает. Надеюсь, никто не вломился ночью-то. Ну, управление мне верните. Два патрона вынесли. А, это мы потратили, чтобы отразить атаку. В депрессии. Ну, в депрессии, значит, в следующую ночь не ты пойдешь. Там. Посмотри, что нужно для улучшения вот этого всего. Много чего надо, а именно компонентов дофигища и миксер. Так, все это от депрессника лечится. Это у нас сейчас есть. И за компонентами потом кого-нибудь отправим из вас. Компоненты. Вещь полезная и нужная. Повезло, что здесь не холодно. А еще терморегулятор можно будет создать, и вообще будет все нормально. А, так. Ну, а прилично уже всего накопили. В рейд. Так, этот усталый пускай спит. Пойдешь ты. На склад. Волшебную монтировку с собой. И в путь. Так. Здесь должно быть уже безопаснее. Немножко бандитов мы отсюда убрали. Опа. К
Некоторые все равно еще бродят, но один фиг их уже меньше. Так. А, мы сюда еще не заходили. Ну ладно, сначала на кухню. Нифига тут вещей всяких разных. Мест, вернее, где обыскать. Так. А где тут прячется? О, электроника. То, что надо. То, что надо. Еще электроника. У нас ничего нету. Ладно. Как ты не знаешь, как добраться до того места? Бегом, бегом. Вперед, тут что, в сундуке что-то было? Как, нету ничего, все вынесли уже. Или я все забрал? Ну, я что-то оставлял тут. Может быть, дюганы просто поняли, что отсюда все выносит и перепрятали. Ой, ящики, может, у вас тут оружие припрятано. Так. Компоненты, оружие. В принципе, неплохо. Вот эти же по-любому как-то открыть еще можно. Вперед. Человек выдерга. Так. А и здесь, походу, можно сбежать будет или нет. В любом случае, мы тут уже прилично почистили, а там дальше бандюки. Туда идти уже опасно будет. Так. Да мы и так уже вроде затарили этого персонажа на всю. Вот и компоненты, кстати. А тут у нас что? Так. Еще компоненты. Ладно. Доски придется оставить. Нам сейчас компоненты важнее. Так. А тут доски. Ладно. К выходу беги. Беги к выходу, главное не попадись бандюку. Вперед, вперед, вперед. Быстрый бегун. Вот тут ты пригодишься как раз. 14-й день. Ага. Отлично. Вещей натыбрил. Эх, Марк ранен, да? Это все из-за твоего депрессника, да? А бинтов ни хрена. Еще бинты искать. Так, а что ты хотел сделать? А, точно. Термометр. Терморегулятор, вернее. Опечаливший, уставшийся. Бинтов нет ни хрена. Ранен, опечален. Так. Да, за бинтами-то тут проблемы. Ты спи, придется тебе снова в рейд идти потом. Что ты кривой, хромой дома будешь сидеть. Так, прибор для поддержания оптимальной температуры обогревания. Экономии дров. А, то есть его нужно еще к чему-то сверху присобачить. Грядки для трав. Вот, тоже компонентов надо прилично.
Жаль, конечно, что не жареная. Хотя можно и тебя попробовать отправить потом. Себе то, что бинтов добудешь. Хотя лучше пускай дрыхнет. А ты куда пошел? Ну есть. Так, бинты и продукты сейчас по-любому надо надыбать где-то. Не очень питательно, но это еда. Ну-ка рухни. Завершить день. Пускай этот лечится. Немного запчастей на складе осталось. Там уже оттуда выгребли все, что только можно. Тихий дом, много лекарств, много запчастей. Вот что нам нужно. И я на всякий случай. Так. Никого не видать. Спят, наверное. Электроника лишней не будет. Так. Сейчас он шуму тут наделает. Все соседи соберутся. Лекарства, продукты. Вообще наверху должно быть все это дело. Так. Вперед. И у вас тут склады какие-то секретные. О, драгоценности. Для обмена само то. Электроника, это тоже хорошо. Так, ну где тут вы бинты-то прячете? Правда, где они есть, раз меня не слышат? Наверху, может? А можешь ушли отсюда? Столько здесь такие наглые морды бегают. Так. Ну-ка, хреняк. Может, здесь что прячется? Так, даже мы нашли бинты в бочке. Ничего, ничего. Ладно, наверху посмотрим. По-любому что-нибудь должно же быть. Так. Две книжки нашел. А бинты, бинты. Неужели нигде нету? Погибли. Ага. Погибли. Так, походу бинтов тут нема. А, не, бинты есть. Бинты есть. Консервы есть. Все, к выходу бежим. Тут взяли что-то, что нам надо. Потом еще раз можно наведаться, вынести, что осталось. День 15. Ого, сколько продержались уже. Сейчас этот в депресснике дополз.